Технического контроля получила задачу на выдвижение в район выполнения мероприятий подразделениями сил специальных операций. Работа ведется в интересах подразделений сил специальных операций. Мы работаем совместно с различными подразделениями вооруженных сил. Основными направлениями деятельности группы являются противодействие техническим средствам разведки, блокирование абонентских терминалов сотовой связи, контроль использования МТСС, а также радиоподавление каналов управления навигацией беспилотных летательных аппаратов.